Последние годы дороги Курской области заметно преобразились. Помогли как федеральные, так и региональные программы. Заметить это можно, проезжая по Соловьиному краю. А вот с краткой, но емкой информацией о дорожно-транспортной сети региона можно ознакомиться всего за 5 минут на специальной выставке форума «Дорога-2022». Форум ежегодно традиционно собирает на площадке в Казани лучших представителей отрасли. Куряне – не исключение. Стенд развернули в одном из павильонов. Там можно было узнать, например, о реализующейся у нас транспортной реформе. В рамках проводимой транспортной реформы мы запустили цифровой сервис. Это интерактивная схема маршрутов по действующей маршрутной сети. С помощью этого сервиса пассажиры могут воспользоваться интерактивной картой, выбрать любой маршрут, ознакомиться с трассировкой. Второй сервис, который мы демонстрируем, это планировщик маршрутов по новой маршрутной сети. С помощью данного сервиса мы подготавливаем пассажиров к переходу на новую модель пассажирских перевозок, которая у нас запланирована на 1 июля 2023 года. Рассказали специалисты и о реализации нацпроекта БКД в регионе. В этом направлении нам есть чем гордиться. В 2019 году Курская область впервые приняла участие в реализации нацпроекта БКД. Всего за это время удалось отремонтировать почти 400 километров дорог. Планы на будущее у специалистов не менее масштабные. Например, к 2024 году хотят отремонтировать 85% дорог Курской городской агломерации. Курянам выставка запомнилась также деловыми встречами и круглыми столами. Во-первых, приходило очень много коллег из Росавтодора, из подведомственных Росавтодора учреждений. Мы делились опытом, обсуждали текущие проблемы в дорожной отрасли, также обсуждали планы на 2023 год, потому что, как вы знаете, дорожное агентство вместе с Минтрансом очень активно помогают Курской области с реализацией национального проекта «Безопасные качественные дороги». Также к нам периодически подходят поставщики, предлагают свои материалы. Все буклеты материала мы собираем, будем анализировать позже. Самый продуктивный день форума – 14 октября. Выставку посетил губернатор Роман Старовойт. Насыщенная деловая программа началась с заседания круглого стола. Руководитель Курской области предложил федеральным коллегам рассмотреть инициативу помочь регионам с ремонтом местных дорог. У Курян уже есть опыт. Асфальт в малых городах меняют за счет средств областного дорожного фонда. Мы бы хотели предложить выработать какую-то отдельную подпрограмму, может быть, в национальном проекте, национальный проект «Безопасные качественные автомобильные дороги», с тем, чтобы уже дойти до как раз улично-дорожной сети наших районных центров. Либо это была бы какая-то целевая субсидия со стороны федерального дорожного фонда регионам с тем, чтобы по определенной методике также доводить эти средства муниципалитетов. За один день глава региона успел осмотреть экспозицию выставки, пообщаться с помощником президента Игорем Левитиным и встретиться с руководством федерального дорожного агентства. Также губернатор встретился с заместителем председателя правительства Маратом Хуснуллиным, рассказал о развитии дорожно-транспортной сети региона и поделился опытом использования асфальтобетонной смеси типа СП. Вся фишка в Суперпейне, в Спасе – использование местного материала. А что разница в цене? Подобрать, сэкономить. Меньше... меньше цена и срок гарантии больше. Вот смотрите, у меня камень, чтобы из Чимая, я должен был везти его или из Карелии, или брать с Украины. Украина была закрыта, а у меня под боком Михайловский ГОК. И я за счет Спаса беру с Михайловского ГОКа камень. Понимаете? Подбирать смесь можно, смесь, более тонкие фракции. Рассказал и о дальнейших планах по развитию и обновлению общественного транспорта. Наш проект БКД, уже в конце этого года 50 автобусов приходит. Также мы заключили концессионное соглашение с Мавистой. По 115-му сейчас можно это делать.
Мы заключили концессию на почти 12,5 миллиардов рублей. В этом году уже проектируются новые трамвайные пути, новое депо. Также Роман Старовойт подвел итоги реализации нацпроекта БКД в части ремонта дорог. Сейчас работы идут опережающими темпами. В связи с этим глава региона обратился к вице-премьеру с просьбой предусмотреть для Курской области опережающее финансирование на 2024-2026 годы и получил предварительное согласие.